Вот и закончилась моя уборка. Тут такая вода. Я не понимаю, почему она такая, но... Вот вчера вечером я только помыла посуду, там стаканы, и у меня кожа пересохла. Я с собой специально взяла вазелин, сейчас намажу. Что я хочу вам рассказать. Вот я, какая у меня турецкая свекровь, у меня золотая свекровь турецкая. А, бенимашким чагель, я нынчик. Не я пьерся на ним. Чи я пачах я не роле? А, мы супруги я птим тем изледим. Тешекуля. Сыни, да, я пьюри. Я вам рада, ну да. Геледжем шибды. Видите, вот она у меня вообще супер свекровь, она мне ни во что не вмешивается. Вот я что буду делать, что не буду, не будет ходить рядом, подсматривать, что и как делать, понимаете? Так мне повезло с родителями мужа, но это зависит, конечно, и от мужа. Вот сейчас все помыла, почистила в туалете, там все, потом покажу вам. Ну, ничего интересного нет. Главное, мне понравилось, что там есть печка. Везде у них три печки. Вечером не хочется сидеть до утра, хочется быстрее лечь в постель. А утром мы в 9 часов проснулись. Мерсине я вообще в последнее время так поздно просыпалась, может сейчас перестроится организм наш. И вот поэтому я так отдыхаю морально от соцсетей, от всего. Я именно погружена в съемки и в семью. Так что у меня очень хорошая турецкая свекровь, мне повезло, и я счастливый человек, могу сказать и признаться в этом. А вы продолжайте наблюдать за нашей жизнью. Надеюсь, я вам сделала такой сюрприз. Вам очень нравится смотреть на моих родителей. И это еще не все. Чайничек поставила, хочу кофе выпить. Смотрите, друзья мои, как здесь живут пенсионеры. У них запасы. Всего запасы. Они покупают вам очень всего много. Я сейчас вам покажу, почему я так говорю. Я все смотрю на то, как живет моя мама, как и все. Вот смотрите, я, да, вот здесь вот стоит такая у нас печка тоже, и они так купаются, нагревают. Хотя здесь вот горячая вода есть, отсюда она нагревается, а также у них есть энергия. Вот смотрите, сейчас пока здесь сохнет немножко все. Вот, они покупают все средства канистрами. Понимаете, как здесь живут пенсионеры. А сейчас я вам покажу, как выглядит наш огород. Пока белая почва, здесь у нее гвоздички. Вот такую они постройку сделали, прибавили. Я вам покажу потом все поподробнее. Здесь у них вот, видите, строительство было. Плитку сверху положили. Сейчас все закрыто. Вот так вот у них здесь так выглядит. Беседка летняя. Здесь цветочки потом анемчик посадит. Здесь виноград растет. Так, покажу, как у них, как сушат они виноград, видите. А там рядом дом соседский. Вот это ихняя вся площадь. Пока ничего нет. Вот так вот наш выглядит дворик. Выпила кофе, потому что голова вообще не работает. Такое сонное состояние у меня постоянно. Вот здесь будем делать мангалку из курицы. Вот такую пристройку они сделали. Мы привезли звонок, и сейчас они над этим работают, как бы его укрепить там. Потому что, когда они сидят в комнате, не слышно, кто их зовет. Это фруктовые деревья. Здесь пока ничего нет, не посадили. Ой, фиалочки. Или анютины глазки. Цветочки пока все спят. Летом вы сами знаете, как здесь красиво, да? На крыше виноград. Вот такая вот беседка. Помните, раньше мы здесь сидели? Открыто было. И они вот закрыли. Бабаджим закрыл. Все.
Сейчас здесь временно склад. Bu da olur. Bu daha iyi olur. Bunu telle melle tuturuz onu. Şunu ha. Bunu yapalım. Bunu. Ну, покажу вам склад наш. Здесь новая мебель привезли. Ура, bizim oda değil, bizim evet. Oda. Bizim oda olacak. Добавим весь делах. Новые диванчики. Пока здесь как склад все выглядит. Припасы. И то она мне говорит, что она мне все хочет дать. Я говорю, у меня есть. Вот смотрите, что у нее здесь закрутки. Томаты. Говорит, забери с собой компоты за его. И вот так вот они делают, закручивают. Вот это вот горький перец. Горький, горький здесь. Так, еще что здесь есть? Томаты. И компотик из айвы. Так, здесь у них соленья, помидоры зеленые. Здесь у них что? Мука, и тут мука. Вот так вот летом будет здесь классно. Сейчас. Здесь вот телевизор. Вот такая вот сделали такую комнату они. И здесь я смотрю красиво. Плитку положили. Погода тепло ли днем? Вадим очень деловой, у меня очень хозяйственный. Здесь сами видели, помните, какие цветочки потом красивые растут, роза. Это у нас яблоня. Уже, смотрите. Почки набухают. Почки, скоро все начнет цвести. Покажу вам сейчас наш двор еще. Вот как лук посадили здесь. У нас были раньше здесь дрова. И сейчас вот туда вот так красиво все прибрали. Аккуратненько. Здесь тоже посадили они что-то. Так, еще покажу, что. А это что такое, интересно? Крыжовник или роза? Роза. Розочка. Ну, а это вы уже видели. Вот так вот жизнь деревни такая. Классно. Ну, здесь, знаете, любая женщина превратится в деревенскую женщину. Потому что здесь точно нету времени ухаживать за собой. Я смотрю и говорю про себя. А здесь вот видите кран, как сделал баба Джим. Так. Вот улица. Такие улочки. А там бабульки сидят. Тетя наша живет, тетя. Сестра. Вот так вот они весь день сидят. А Немчик сказала. А Немчик не ходит туда. Тетя, кстати, спрашивала, как я. Чем они занимаются, не знаю. Все сидят по домам, занимаются своими домашними делами. Курочки. Запах навоза. Ой, машина первая едет. Кто это едет?
отсюда вижу горы и в горах снег. Вот такой вот у нас дворик. Вот так живут наши родители. Живут счастливо. Мирно. 55 лет вместе. Ой. Usta. Yardım sıfır. Çalış aşkım, çalış. Usta çalışıyor ama kafada iş yok. Устанавливает этот звонок. Aşkım toprakta hiç bir şey koymadın onları. Babana sor, annene sor. Ben nereden bileyim? Говорит, спроси, говорит, папу, маму, меня что спрашиваешь? Zil çaldı, kapıya bak. Annemçe говорит, иди, говорит, ложись, отдыхни, столько ты работаешь. У меня очень хорошая свекровь, очень. Конечно, потом приехать сюда надо и окна мыть, и все это, но пока сейчас не стоит. Зима не закончилась еще. Но уже вечерами не так холодно. Было 2 недели назад очень холодно. До -10, сказали, было здесь температура ночью. Пойду чуть-чуть отдохну. Все вместе готовим ужин. Я вот приготовила такой мангал. Анемная пьёр. Ба-ба. Кулама. Булама? Это как йогурт говорит. Она тут сюдне я пьёр. Буламады. Сюзме? Сюдне. Сюдне. Сора не койдун сора? Биши коймады. Сюд. Бунун инекени биз алыйор я. Онун сюду. Аан диор. Биз о булама. Babacığım böyle hazırladım. Güzel. Sonra? Oo, güzel. Sonra ne istiyorsun? Et alacağım ben, tamam. Ha, sen kendin yapacaksın orada et. Ben o temizledim. Hadi bak. Nostalji. Çayniçik. Готов çay. Вот такой у нас мангал. Чай, да. Burada demir koyacağım, demir. Demir? Demir onun üstüne koyacağız. O kaynadı. Zavarku mıydı su? Suda. Su kaynadı mıydı? O kaynadı mı belli olur. Buhar çıkar orada. Buhar çıkar. Atacaksın közleme. Orayı açtım, havalansın biraz. Bak buraya oturma yeri. Masayı çıkarmadım, soğuk oluyor. Evet, gördüm. Stol не выстроил, потому что холодно. Ama gündüz güzel hava. Soğuk bugün değil. Bugün de güzel, dün de güzeldi. Dün daha güzeldi. Şansınızdan güzel. Bunları niye getirdiniz? Gerek yok mu? Yok. Aa, bu gerek yok mu babacığım? İzgarada yapacağız. Aa, ben de o zaman o alacağım orada. İzgara. Ben düşündüm sen ailede yapacaksın. Yok, izgarada yap. İzgaramız var burada. İzgarayı temizliyorum. Сначала почистить. Как интересно здесь деревня. Aşkım пошел за напитками. За содой и кока-колы любят очень родители. Ben de salata şimdi hazırlayayım. Şimdi şey pişti. Bunu alabiliriz. Soğanları alabiliriz.
Bak soğanlar pişti. Hepsi soyuluyor. Şey etti miydi? Soğudu muydu? Bunları alalım. Ну вот наше мяско готово, курочка. Ой, киса как здесь. Киса. Киса. А здесь, ой, задыбил. Ой, чайник наш. Какие родители шустрые, они так все быстро-быстро делают, быстро готовят, быстро хотят кушать. Я не успеваю. Там, знаете, как на ходу все, на ходу. Наконец-то уже успела, подстраиваюсь под них, моих золотых. Вот такие вот пожилые, а очень шустрые. Вот наш стол. Сейчас вот это мяско папа так пожарил. Я сделала салатики. Мы это патлиджан и лук пожарили. Ну и как видите, все, зелень. И вот баба Джим помидоры принес. Очень хотим помидоры. Ну вот, сейчас будем садиться кушать. Вроде бы успела я. Başlayın ya. Beni mi bekliyorsunuz? Şu şeyden başlayın. Kuş başından.